Осенние каникулы – не повод сидеть дома. Чтобы отвлечь ребят от компьютеров, в школах области подготовили целый ряд спортивных и культурных мероприятий. Например, ученики 62-й школы, что в железнодорожном районе, времени зря не теряют. Пятые, шестые и седьмые классы решают, какая команда самая ловкая и спортивная. В спортивном зале проходят любимые учениками веселые старты. Эти мероприятия спортивные проводятся у нас в отремонтированном спортивном зале. Мы очень много сделали в этом году для подготовки нашей школы именно к проведению такого рода соревнований и мероприятий. Наряду со спортивными состязаниями в школе проводятся экскурсии в собственный музей. С 1985 года в учреждении работает военно-исторический музей «Подвиг», посвященный выдающимся выпускникам школы. Сейчас на каникулах, конечно, у нас здесь жизнь кипит, потому что мы готовим новую смену экскурсоводов нашего музея. Продолжают работать разнообразные кружки и секции. По подсчетам, только в областном центре за эту неделю пройдет 800 мероприятий. Это волейбольные и баскетбольные соревнования, творческие песенные конкурсы, интеллектуальные и патриотические проекты в рамках празднования Дня народного единства. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.